Итак, ноябрьские полицейские задержали подозреваемых в нападении на сотрудников заправочной станции. Напомню, это случилось 2 июня около часа ночи. Неизвестные в масках ворвались в помещение АЗС на Киевской и, угрожая оператору оружием, забрали из кассы около 50 тысяч рублей. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска вышли на двух иногородних мужчин 34 и 38 лет. Более того, выяснилось, что это было не первое преступление, совершенное злоумышленниками. В конце мая среди ночи они проникли в один из жилых домов по улице Ягельной и вынесли оттуда ноутбук и охотничье ружье. В ходе расследования уголовного дела установлено, что после совершения квартирной кражи подозреваемые с помощью ранее похищенного охотничьего ружья совершили разбойное нападение в помещении АЗС. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 158, части 1 статьи 226, части 2 и статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. И избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество частично изъято. Ведется следствие.